Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Егор! Это видео, эту тренировку я специально снимаю для канала Heavy Metal Gym. Эта тренировка будет моя первая тестовая тренировка. Хочу сказать спасибо Егору за его статьи, за его видео и за его вообще подачу материала, за то, как он работает. Он настолько доступно и настолько понятно доносит до людей материал, что даже ребенок поймет то, о чем он говорит и то, чему он нас учит. С его тренировками, с его каналом я познакомилась в сентябре 2017 года. Где-то месяц изучала его статьи, смотрела его видео. Внимательно читала, внимательно смотрела, задавала ему вопросы на его канале, на которые он сразу мне отвечал, доступно и понятно. Вот. И где-то через месяц после изучения материала, это с октября месяца, я начала заниматься по рекомендациям Егора. Что конкретно я включала в свои тренировки? Конкретно я начала делать экстензии, гиперэкстензии, экстензии в начале тренировки, гиперэкстензии в конце тренировки. Затем я начала включать в свои тренировки подтягивания. Специально для этого купила эспандер. Вот. И начала отжиматься от лапки. Ну, если это понятно, руки сзади и ноги на опоре. А тут я отжималась. Ну, сейчас увидите в этой тренировке, как я это делаю. А вот, сама я занимаюсь именно в тренажерном зале с 2012 года, именно силовыми тренировками. До этого я занималась гимнастикой много лет. Закончила, как и Егор, тоже закончила спортивный институт на факультете физкультуры и спорта. Вот, поэтому, ну вот, к тренажерам пришла в 2012 году. Ну, в принципе, все. Начинаю я свою тренировку тестовую с разминки на велотренажере. Значит, в этой тренировке будут приседания, жимы лежа, подтягивания с эспандером, с резинкой и отжимания на брусьях, ну, только от лавки. Единственное, что... Прошу не судить меня строго за то, что я хотела использовать 75% от собственного веса, конкретно в приседаниях. Но так как, к сожалению, 31 декабря мы похоронили отца, и я очень плохо высыпаюсь на данный момент, мои веса упали. Поэтому я буду использовать 50% пока. Я думаю, что через полгода... Я сниму еще одну тренировку, в которой будет уже 75%. Ну, как-то так. Поэтому строго не судите. Ну и начнем с велотренажера, на котором я буду разминаться минут 7-10. Потом я сразу пойду на приседания тоже с разминкой.
Сейчас повешу чуть-чуть. Пока пойду на килограмм. Будет 21 килограмм. 26. Будет длинный тренировок и обязательно банан. Всегда я так делаю. Это повторение на 6, я думаю. Третий подход тоже буду делать 21 килограмма. Повторение на 3 сделаю. С каждой стороны повешу по 5 килограмм, это 10 килограмм и 16 килограмм блин. То есть в сумме 26 килограмм. Мой собственный вес, как я говорила, 48 килограмм. Сейчас нас будет. Самое интересное, сколько получится раз. Если буду чувствовать, что уже сильно хватает на повторение, там, и будет страдать техника, то делать уже не буду, остановлюсь. Следующее будет жим лежа. Я его очень-очень редко делаю, поэтому не судите строго. Обычно делаю это с гантелями, с грифом делаю очень редко. И то с небольшими весами делаю. Так, ну что, тестовый подход. Сейчас посмотрим, сколько я.
8 раз. Отдыхаем 10 минут и переходим на жим лежа. Так, ребята, прошло 10 минут. Я отдохнула. Переходим на жим лежа. Опять-таки, риф весит 16 килограмм. Первый, второй, третий подход, ну, как бы разминочные будут. Я ничего не буду сюда добавлять. Вот. Значит, первый подход сделаю на 6 раз разминочный, второй на 5 и третий на 3 раза. Четвертый уже будет тестовый. Добавлю по 2,5 килограмма с каждой стороны и по 1,25. То есть это будет четвертый тестовый, будет 23,5 килограмма. Ну, насколько уже выжму, насколько выжму раз. Ну, поехали, первый подход. Шесть раз. Сейчас отдохну. Говорю честно, жим лежа для меня, ну, именно штанги, новое как бы такое, одно из самых последних упражнений, которые я вообще начала делать. Я обычно делаю это с гантелями. Поэтому впечатление такое, как будто у меня еще нет такой мозгомышечной связи. То риф там куда-то уйдет, то рука как-то там. Поэтому так. Так, ну второй подход. Сейчас третий подход на 3 раза и потом тестовый. У нас сегодня очень хорошая погода, солнышко, правда мороз 8 или 9 градусов, сколько мороз у нас? 8, вот муж подсказывает 8, вчера было минус 11, снежок. Старый Новый год похож больше на Новый год, чем 31 декабря. 31 декабря была ужасная погода, пасмурно, снега не было. Ну, как-то так. А сегодня как-то больше похоже на Новый год. Так, третий. Навешиваем теперь вес 23,5 килограмма. Штанга. Больше не буду, потому что упражнение для меня новое. Лучше постепенно. Огромное спасибо Егору за его тренировки. Вообще низкий ему поклон, честно. Очень помог. Даже вот разобраться в тренировках с самой в себе и что вообще нужно в тренировках. Потому что в основном мои тренировки были раньше так. 3 раза в неделю, 2 раза в неделю это был низ, то есть это ноги, ягодицы. Это, допустим, вторник это была тренировка чисто на ягодицы, там глубокие приседы, там, диеты, то
туда-сюда, там выпады, вот, ну все на ноги. И, допустим, в пятницу, да, или да, вторник, четверг, суббота. Вторник у меня чисто ноги, суббота у меня тяжелая базовая на ноги. В четверг у меня там немного вверх затрагивался, я его прорабатывала, ну, один раз в неделю, и это как, никак не были отжимания, брусья или подтягивания, у меня их вообще не было. Максимум, что было там наверх, это отжимания от пола. Ну, все, бицепс, трицепс, так, ну так. Когда я посмотрела и статьи, почитала Егора, у меня мозг вообще переформатировался. Я стала есть банан в конце тренировки, чего говорили, раньше делать нельзя, нет, что, жир будет. Жир будет, если потом набирать в течение дня там калорий, будет он и так. А если соблюдать правильное питание, если оно должно быть постоянно, это не то, что там пособлюдал, да ладно, там хватит, нормально, похудел там или похудела, все. Можно скушать салаты на Новый год с майонезом. По чуть-чуть можно, ну, осторожно. Так, все, тест последний. Так, не судите строго. Буду стараться. Раз, ребята, сейчас отдыхаю минуток 10 и переходим на подтягивание с эспандером, с резинкой специальной. Так, все, я отдохнула, сейчас переходим к подтягиваниям. Два подхода разминочных на верхнем блоке сделаю. Первый подход сделаю на 6 раз 20 кг, второй подход разминочный сделаю на 5 раз 25 килограмм. И третий подход будет тестом уже с эспандером на 3 раза. За подтягивание очень переживаю, у меня они даются сложно. В принципе, подтягиваться я начала 3 месяца, как начала подтягиваться. Говорю честно, первый раз, когда я вообще с этим эспандером подтянулась только 6 раз. Ну, за 3 месяца, сейчас посмотрим, какие у меня результаты будут на тестовом подходе. Так, делаю 25 килограмм, 5 раз. Thank you.
Сейчас отдохну. И тестовый. Ты, наверное, переходи на эту сторону, чтобы он был наш турник у нас там. Так, ребята, тестовый подход. Вот такая вот резиночка зеленого цвета. Я ее называю гравитрон. Ну, так как гравитрона нет в этом зале, поэтому резиночка. Продолжение следует...
Ну, буду стремиться к большему. Есть куда стремиться, по крайней мере. Сейчас иду на заминочку минут 5-7. Вот. Потом скушаю бананчик, выпью чай с мятой и с мелиссой. И пойду домой. Всем спасибо. С вами была Татьяна из Украины, город Лисичанск. И любимый тренажерный зал «Энергия Плюс». Спасибо всем. До скорых встреч!